День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Not a Hero. Но перед тем, как мы начнем, я хочу сказать просто пару вещей. Первое, вы, скорее всего, слышите, это не мой главный микрофон, а дополнительный микрофон с хедсета. Это все потому, что у этой игры тот же самый, абсолютно тот же самый баг, который и у банников Isaac Rebirth, где у меня главный микрофон начинает щелкать и пукать, и как бы, да. Я на вас попищу, конечно же, с дополнительного микрофона, извините, но так получилось. Второе, я, как приличный любой человек, в жару себе убил голос и горло мороженым и холодным пивом, поэтому я буду кхекать, кашлять и немножко попивать чай, так что еще раз предупреждаю. И третье, это первая игра, которую мне предоставила GOG. Ей! И я вам просто передам разговор один в один. Я говорю, давайте я сделаю для вас видео на игру. Хорошо, а какую ты игру хочешь? А какую вы мне игру дадите? Любую, спрашивая все, что угодно. И, конечно же, долларовые знаки в глазах. Конечно же, дайте мне 10 копий Witcher'а. Я никогда никому не сказал. Потому что это я. Нет, я взял простую копию очень-очень маленькой классной игрушки. Это двухмерная игрушка от людей, которые разработали Оли-Оли. Как раз Оли-Оли тоже абсолютно советую. Это быстро, жестко, классно, как и это. А это конечно же, игра... не про скейтеров. Это игра про политику, это серьезная игра. Конечно, мы работаем на двухметрового лилового кролика. Да, мы ему помогаем стать глобальным мегалордом. Да, мы это делаем, убивая бандитов, полицейских и всех остальных, но это, ну, никто не идеален. Давайте тогда посмотрим. Сюжет рассказывается вот в таких вот экранах, но я скажу вам честно. Сюжет не важно. Важно это просто то, как игра проходит, и иногда то, как кролик убивает своими голыми руками бандита, что очень классно смотрится. Так что давайте пойдем. Здесь можно выбирать много героев, у каждого героя есть свои специальные атаки, но вот этот герой пока что мой самый любимый, потому что он самый простой, а я все еще привыкаю к управлению, я все еще привыкаю к кнопкам, к тому, что нужно нажимать, к тому, что не нужно нажимать, поэтому простая механика стандартного героя мне помогает хорошо играть. Так, хорошо, давайте я тогда вам покажу первый прикол, который можно делать, а то есть можно сделать подножку, но нет, этому товарищу, потому что этот товарищ страшный и ужасный. У него автомат, и он меня будет отталкивать. Внизу мы видим то, что у меня есть ограниченное время. Мне нужно встретиться с репортерами, и они внизу, а то есть далеко-далеко внизу их нужно найти. Так, я здесь нужно. Я встретился с репортерами. Давайте попробуем еще раз. Итак, у меня... использовать за всю миссию всего лишь 100 патронов, найти бонсай дерево, как ни странно, и еще встретиться с репортерами. Я совсем забыл, что мне невозможно. Вы видите, какая игра жестокая, вы видите, какая она быстрая. Комментировать и играть в нее абсолютно невозможно, сказал я, извиняюсь. Так, давайте, быстро, на, прячемся, ждем, пока он подойдет. Давай, давай, подходи, подходи. Оп. А, видите, он тоже прячется. А, у меня патроны скончились. Давай, 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 ближе, 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 ближе. Да-да-да-да-да-да, есть, хорошо. По-моему, я с патронами особо не разберусь, но мы, по крайней мере, одно задание выполним. Здесь можно найти бонсай дерево, я знаю, где его найти. Уровни становятся все больше и больше и больше, чем дольше играешь. Они становятся все сложнее и сложнее. И, например, вот эта миссия, когда как на первых уровнях я... прохожу все спокойно, и потом начинаю заниматься вот этими, выполни все дополнительные задания. Такие вещи начинаю делать. Здесь, я еще ни разу этот уровень не прошел. Там есть этаж. Я вам покажу этот этаж. Ах, да, у меня... Я немножко забыл то, что у меня большие и очень-очень страшные пули. Мы можем срезать. Здесь есть секретные проходы. Здесь есть очень-очень много секретов. Здесь есть быстрое прохождение уровня, полное прохождение уровня. Это, считайте, игра для тех, кому нравится комбо. Для тех, кому нравится переигрывать один и тот же уровень. И не потому, что, знаете, разработчики там не умеют ничего делать. Или там им не хотелось больше делать уровней. Нет, нет. Я вот
Я сейчас играл. Пару часов я уже играю. И по идее кажется, что у игры 3-4 кнопки. У игры очень-очень простая графика. У игры всего лишь 25 уровней. Чего там проходить? Нормально, будь то человека, которого уже давным-давно... А хотя, нет, у меня есть гранаты. У меня есть гранаты. Давай, давай. Хорошо. И еще раз. Не-не-не. Перезаряжайся. Хорошо. Он умер? Да, хорошо. Чего тут проходить? Ну, как видите, бои, в которых 2-3 врага, уже сложно. А когда на этаже 6-7-8 врагов, и когда они все бегут, и это нужно среагировать просто моментально, и это абсолютно обалденно и абсолютно классно, и дополнительное оружие в этой игре я просто обожаю. И гранаты разные. Мне больше всего нравится граната, которая взрывается и наполняет весь этаж пулями. Это просто чудесно. Я хочу жениться на этой гранате. Пожалуйста, позвольте мне жениться на этой гранате. Хорошо. Для тех, кому просто интересно узнать, что здесь происходит, мы... Первые у меня закончились патроны. Я перезарядился. Хорошо. Есть? Есть, хорошо. Кому хочется знать, что здесь происходит. Мы сжигаем траву. Как ни странно, мы ее не продаем дальше. Немножко чайку. Кошка! Я не знаю, что делает кошка. Я еще ни разу никогда не видел, что делает кошка. Все. Почему-то мне кажется, что если я скажу, что мне все еще хочется жениться на гранате, которая стреляет пулями, это будет менее странно, чем я скажу, что я хочу жениться на кошке, которая сама взрывает себя. Любовь. Такая странная и сложная штука. Но, давайте сделаем подкат. Красота. Как раз, если у вас нету патронов, то можно все еще отбиваться. Я просто не реагирую достаточно хорошо, чтобы можно было это делать. Но... Так, здесь очень-очень опасно иногда забегать вперед. Вот, вот. Давайте выберем уровень полегче. Например, вот этот. Например, здесь я еще не выполнил все задания. Убить всех, киллстрик, 5 убийств без того, чтобы в меня выстрелили хотя бы раз, и за 100 секунд закончить. Отлично, все. Давайте, товарища Клитуса, возьмем, у него дробовик. По-моему, им не очень будет хорошо выполнять дополнительные задания, в которых мне нельзя, чтобы меня выстрелили. Уп! Есть, хорошо. Отлично. Так, давайте откроем дверь. Оп-оп! Дробовик — это хорошо, но когда приходится долго перезаряжать, это обычно очень-очень опасно. Да, отлично. Вещи, которых мне, может быть, немножко не достает в этой обалденной игрушке. Первое. Очень-очень жестоко не достает комбометра. А то есть здесь ведь, по идее, вот эти вот быстрые-быстрые убийства. Посмотреть, какое у меня комбо, сколько у меня очков, как долго я... Да. Вот это как раз убийство без патронов, потому что, видите, у меня сейчас закончились патроны. Знать, как я убиваю вот этот киллстрик, или какие убийства разные у меня, от гранаты в голову, не в голову. Было бы классно смотреть это и видеть, знаете, как в аркаде. Мультикилл, ультракилл. Я понимаю, что это немножко по-детски, но я... Ну, давайте честно, это не очень серьезная игра. Так что я не думаю, что она бы пострадала от еще небольшой крупицы бессмыслицы. Так что вот этого не хватает. Немножко странно того, что нету полного экрана. Это не то, чтобы это большой минус, но я знаю, что некоторые люди принципиально только в окне играют. Так что просто знайте. Отлично! Теперь мы включили рекламу нашего босса. И, по-моему, я убил всех в этом здании. Угу. Как раз, да, мы можем управлять своим полетом в воздухе. Это очень важно, чтобы находить секретные вещи. Оп, есть. Так,
Это как раз я не знал, могу ли я убить двоих одним выстрелом, ну да. Так, я, конечно же, могу сейчас сразу же пойти к кролику и отправиться, но сейчас мы просто... А, давайте я начну сначала падать. И есть. Что? А! Я, конечно же, убил всех, но это немножко странно, то, что я не знаю, почему я убил всех. Это, ну, так, так уж и быть. Я просто рад, то, что я убил всех. И, оп, оп, а! И тебя я добью руками. Нет? Нет. Так, хорошо, конечно же, за 100 секунд я не успел это сделать, но... А что это такое? Лазер? Хорошо. Вот и все, да. То есть это получается один уровень. И его можно переигрывать, конечно же, чтобы дополнительные вещи проходить, дополнительные вещи находить, потому что даже на маленьких уровнях есть небольшие секреты. Стоит побегать, стоит посмотреть, стоит повторить каждый забег. А то есть, видите, теперь я чуть-чуть лучше прошел. Король Британии. Конечно же, это не Мегалорд всея России, но... Никто не идеален. А, ну что, давайте попробуем еще раз пройти ту миссию с Ганджей. Давайте. Может быть, еще в этой игре вообще нету мышки. То есть я как, например, игрок, который играет с мышкой и клавиатурой, мне это было очень странно. Так, где мышка? Извините, сейчас складну чайку. Она здесь просто не нужна, но курсор, как бы его тоже нету, так что все управление или клавиатурой, или джойстиком. Я играю на джойстике, и, как всегда, джойстик будет быстрее, но клавиатура, так как здесь очень-очень простое управление, нету ничего такого абсолютно жестокого, того, на что и нужно было бы абсолютно иметь джойстик, так что клавиатурой тоже можно играть. Игрушка пойдет где угодно и на чем угодно. Самое главное, чтобы был процессор экрана клавиатура. Есть. Хорошо. Так. Знаете что? У меня еще ни разу не получалось встретиться с репортерами. Но мне также еще ни разу не получалось пройти этот уровень полностью. Так что я думаю, да, мы не будем торопиться. Мы не будем торопиться. Мы будем потихоньку проходить. Спокойно. Мы будем... Вот мой фэтбой возьмем. Вот наше дерево, которое... Я хотел просто пройти уровень, но это, я уже автоматически туда иду за этим деревом бедным. Так, по-моему, я всегда думал, что здесь можно спрыгнуть и свернуть. По-моему, нет. По-моему, я здесь уже очень-очень много раз разбивался. Так. Угу. Хорошо. Там можно выпрыгнуть из окна, пропустив вот этих людей. Так что давайте выпрыгнем из окна. Единственное, по-моему, они иногда... У них есть вариант, то, что они могут подбежать ко мне, что обычно заканчивается очень-очень плохо и страшно, но бывает это. Бывает и хуже. Отлично, фэтбой, я тебя обожаю. Даже те, кто прячется за своими стенками и стульями. Никуда от фэтбоя не спрячусь. Я тоже, мне тяжело. Это я больше не буду делать никогда. Ах, есть! Он... Кошка. Так, давайте перезарядимся. Конечно же, я потеряю своего последнего фэтбоя, но это не так страшно. Самое главное, что... Ой, ё-моё, меня толкнули. Это не страшно, но, по-моему, они сейчас будут спускаться потихоньку ко мне. Нет, они все еще там стоят. Угу. Так. А, я все. Я помню этот уровень. Да, это моя большая проблема. Кошка, пожалуйста. Разберись с ними. Yes! Кошка шибает. Кошка жестоко шибает. Респект кошке. Так, товарищ, выходи. Угу. Отлично. Знаете что, я забываю постоянно перезаряжаться. Вот этот вот импульс того, что перезарядить. Очень важно себя отработать, потому что без этого ну никуда совсем. Угу. Тут еще очень интересная ситуация, когда, например, поджигаешь Анашу. Да, и вот начинается вот это. Ух, да. То есть оказываешься между врагами и Анашой, что обычно заканчивается очень-очень плохо. Угу. Хорошо, перезаряжаемся. Спускаемся. Вон он, босс. Осталось два этажа. Давайте
Запустим Анашу и убежим. Спокойно. Очень осторожно. Очень. Привет. Есть. Хорошо. Давайте спрячемся. Сколько вас тут? Ага. Ага. Они начинают подбегать. Есть. Хорошо. Так, и еще двое. Есть. Что это, лазер? Нет, это я просто... Я могу стрелять, кого мне хочется. Ну, давайте посмотрим, что это еще за апгрейд. Power shots. Ну, хорошо, это уже звучит отлично. Оно отталкивает? Да, оно отталкивает. Оно... Конечно же, это немножко нервирует, потому что тяжело сконцентрироваться и убить врага сразу же, но... Весело. Босс, ты мне не поверишь. Я принес тебе дерево. Босс? Босс? Я, скорее всего, пропустил этаж с травой. Да, six to go. Ну, но бывает, но заговорился. Так, спокойно. Что, товарищи? Что за бонус? Так, это ж... А, турель. Как раз классная вещь, когда много врагов. Ага. Ну что, парень. Так. Давайте тогда посмотрим. По-моему, в другой башне. Да, в другой башне, по-моему, еще... Так, все, все, вот. Get to the banning wagon. По-моему, get... Нет, get to the chopper, это у нас Арнольд Шварценеггер, get to the Benny Wagon. Откуда это? Мне почему-то очень кажется, что это откуда-то, но я не могу вспомнить, это не важно, потому что я иду кататься в грузовике с лиловым кроликом, который, по-моему, пьет милкшейк. Ну, да. О, всего лишь премьер-министр. Ну, что поделать, ну... Отлично, и мне дали. Там стоял клоун. Я хочу клоуна. Иисус? Стоит поиграть до 28%. Мне не хватает 2%. Стоит напрячься. Так, хорошо. И все, вот он. Not a Hero. Очень быстрая, очень классная, очень жесткая игра. Веселая музыка, веселая графика, классное управление. Четко, жестко. Зайдите, пожалуйста, на ссылочку. Она там в описании. Посмотрите на нее, ознакомьтесь. Если вам понравилось, поддержите разработчиков, потому что это по-настоящему инди-разработчики, которые делают обалденные игры. Если вам понравилось это, может быть, посмотрите на Оли Оли. На нее я тоже делал обзор на канале. Это шикарная игрушка про скейтеров. И я тогда на этом закончу. Скажу вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.